Груви. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Dallas Principal. В прошлый раз мы зачистили с вами мир номер 3. Комнату номер 3. Теперь мы идем в комнату номер 4. Мы будем собирать все сигилы для того, чтобы ты открыть... Ты недоумеваешь, зачем я создал эти лабиринты для тебя, и почему путь к вечности лежит через борьбу. Но верь мне, эти испытания пойдут твоему роду на благо. Окей, посмотрим. Посмотрим, будет ли это мне на благо или нет. Давай, он хочет с нами поболтать явно. Нет, он просто хочет нам дать почитать. Осирис 6. Бла-бла-бла. Знал, что это была правда. А теперь я расскажу тебе о многих опасностях, с которыми ты столкнешься на своем пути в Дуат. Слушай внимательно, ибо впереди тебя ждут великие испытания, и если не докажешь, что ты достоин, ты никогда не сможешь достичь вечных полей Кмыша Осириса и можешь навсегда потеряться. От второй смерти нет никакого пробуждения. Писец вытащил большой папирус и осторожно развернул перед умирающим человеком. И умирающий человек увидел, что это была карта Дуата, показывающая много дорог, ведущих к башне Анубиса. Башня, аналогия. Где должно быть взвешено его сердце. На каждом из многих путей, идущих через Дуат, как бесконечные нити, сотканные Нейт... будь сноска, и мы поймем, что такое Нейт. Были отмечены места, где путешественник должен был встретиться с опасностями. Также там были большие стены из железа, которые никто не мог пересечь, кроме богов. И врата из чистейшего света, и поэтому путешественник не мог избежать испытаний. А пройти к башне мог только доказав, что достоин, зарабатывая ключ к каждой священной двери. Собственно, что мы и делаем. Правильно? Я, кстати, я все прочитал? Сноски же не было. А-а-а. Чатлог Чарли 7. Флауэр 4. Чел, знаешь, от чего я офигеваю? Чарли on the rocks. От чего? Флауэр. Человеческое тело разлагается очень быстро, поэтому вся инфа, которая хранится в химических веществах у нас в мозгу, исчезнет очень быстро. Чарли Рокс. Ничего себе! Это не Чарли on the rocks, это просто Чарли Рокс. Хм. Флауэр. Но компьютеры и книги хранятся долго, поэтому все наши сообщения, наши идеи, наши книги, все это будет там. Чарли Рокс, наша порнуха. Флауэр, даже передаваясь в пространстве, ага, и наша порнуха, даже, наверное, тоже, наверное, мы все умрем, но произведения Аристотеля по-прежнему будут жить. И Star Trek, Firefly, Вавилон 5, Властелин колец, Бегущий по лезвию. Чарли Рокс, Киберш с Планетрона 6. Флауэр, Шекспир, Байрон, блин, даже видеоигры. Ускорение, сиэтлские, это он все порнух перечисляет. Голландский водопад, горный, what the fuck, чел. Ага, представь, если это найдут марсиане. Почему его ник поменялся? On the Rocks и просто Rocks. Непонятно. Аркадий Чернал 84. Архив продолжает расти, пытаясь поддерживать видимость порядка. Трудно, как ожидалось. Потерял 7 людей на этой неделе. Если говорить статистикой, то тенденция должна увеличиться. Нужно сосредоточиться на реальных целях. Слишком мало времени, чтобы горевать. Что там еще? Что-то опасное? Офигеть. И у нас есть сообщение. Иногда ты должен найти себе, в себе смелость разрушить барьеры топором. Serious Nick. Serious S Nick. Это новый чувак, я его не помню. Serious. Это, наверное, отсылка к Serious Sam, возможно. Serious S Nick, да? Nick Serious Sam. Получается. Итак, заверни за угол. Ага. Мне нужен прибор, которого у меня нету. Мы должны его открыть сначала. У нас же вот нужен. Мы все собрали для этого. Ну, конечно же, мы этот телек сейчас будем юзать, смотреть ту самую порнуху, которая говорилась в чате. Так, мы, наверное, как-то вот так поставим тебя. Тебя вот так. Так. Как-то у меня рандомно получилось, я даже не думал об этом. К
сейчас вы открыли проигрыватель YouTube видео, наверное. Видите, он? У него есть кнопка play и record. И можно переключить то туда, то сюда. Даже интересно, как это будет работать. Итак, вперед, в мир номер 4. Оп! Заверни за угол. А вот и ты, штука. Он просто стоит, его можно перемещать? Запись, воспроизведение. Опа-на, это брейдерская тема. Ну, не только брейдерская. Офигенно. Мы должны делать что-то вдвоем. Это будет простейшая задачка для этого, мне кажется. Специально, чтобы научить нас механике. Хорошо. Чтобы это сделать... Так, а в чем, собственно, задача? Вот так мы выставили. Ага. Потом мы... А, нет. Вот так поставили. Все, я понял. Секунду. Стоит эта штука. Начинается запись. Итак, хоп. 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 Воспроизведение. Да, я был прав. Давай, ставь. Это здорово! Только надо больше времени давать на запись, чтобы у меня... Ну, понятно. Итак, здесь запись какая-то. Некоторые из этих испытаний как будто бы построены с учетом совместной работы, но я здесь один. Шип. Ты верно подметил, чувак. Хорошо, мы забрали первую сигилу. Так, и нам сюда. Вот это круто! Вот это элемент добавили, они шикарные просто. Сейчас будет еще сложнее. Какой большой мир, да? Пирамиды красиво. Я никогда не видел пирамиды вживую. О, смотрите, еще одна головоломка. И еще один голос, который говорит мне, что я особенный. И еще один сломанный компьютер с бессмысленными обрывками. Этот мир плохая штука. Плохая шутка, увековеченная жестоким богом, который слишком глуп, чтобы нажать на выключатель. Долг пишет это. Тоже интересно. Интересное мнение. Я, знаете, вспоминал, пока играл в эту игру, вспоминал игру Neverhood. Кто-нибудь знает про Neverhood? Пластилиновая игра в 90-х. Наверняка все должны были слышать о ней или играть в нее. И там начинается с того история, что... Заткните уши, если вы не хотите спойлеров. Это предыстория. Фишка в том, что все началось с Хоберга, существа, который должен был творить. Но потому что, но когда он сделал свой мир, ему стало грустно, потому что его некому показать. И вот тогда он создал первого человечка. Вот, это так, к слову, о том, как мир может действовать. Как, почему Бог создал нас? Потому что хотелось просто показать, что я замутил. Что он замутил, а теперь не хочется как-то все это обламывать. Хорошо, у нас все просто здесь. Мы встаем на кнопку. И стоим. И идем. Воспроизведение. Хорошо. Отключили. А, и нам нужно многократно это будет делать. Хорошо, запись. Так, запись. И стоим. И все, пошли. Хорошо. Спасибо, друг. Элементарные загадки. Ну, они только для того, чтобы нас научить. Не более. Так, хорошо. Кстати говоря, я не посмотрел, есть ли тут звездочка в этом мире. Их тут две! Офигеть! Вроде бы они не тут и не тут. Может быть, где-то здесь будет. Окей, пойдемте. Двойная пластина. Здесь тоже должен быть этот... Ага. Двойная? Хорошо. Я встал. Очень криво, но встал. И что? Куда давай, иди. Знаете, как я нелепо встаю. Хорошо, давай, дай про...
странно, да? Ой, сейчас застряну! Фух. Вот оно как здесь устроено. Сейчас, я врубился, значит. Сначала должен встать сюда, чтобы я прошел. А затем сюда, все. Хорошо, мы встаем сюда. Проходите, Евгений, спасибо огромное. Проходите, проходите, не стоит благодарности. Проходите, проходите, дальше берите сигилу. Вот, поесть вам не принести? Ну ладно. Вот так это надо сделать. Давай, работай, работай на меня. Да, давай, быстро, пропускай меня. Ублюдок. Вот так я презираю тех, кто мне помогает. Все, давай, вали отсюда, умри. Следующий у нас кто, что, куда. Там тоже не было звездочек, вроде как. Ох, как пролагало. Немножко совсем странно, не было такого раньше. Резервный источник питания. О боже мой, это очень геморройно на вид. У нас есть кубик. А где-нибудь там звездочка, наверное, да? Окей, у нас есть аппарат. Сначала надо достать куб, конечно же. Все. А, не взял. Черт. Кнопку не забыл нажать, это хорошо еще раз. Все, подольше постоим немного. И сразу может тогда его сюда поставить. Вот здесь постоит пусть. Меня стаскивает потихонечку. Скотина. Что тут у нас еще есть? О! Куб номер два. Нам надо размножить кубы. Отлично, я понял. Надо не забывать про эту механику тоже. Но... Да ч... Секунду. Мы сюда не сможем пройти, это точно. Значит, нам надо взять куб. Поставить сюда. Его сразу снесло. Может быть, вот так мы можем сделать. Давай, иди, замути трюк. И это никак не помогло, да? Нельзя встать на куб. Хорошо, я понял, в чем принцип. Значит, мы встаем вот сюда и закрываем своей мордой луч. Ага. После чего мы ставим вот сюда. Как-то так. Сейчас он побежит, и мы вместе с ним. Ставь! Нет! Все, я врубился. Хорошо. Берем куб. Ставим сюда. Все. Хорошо, думаю, достаточно будет. Теперь ждем, пока эта штука перестанет работать. Звук слышим? Слышим. Шустро. Тварь! Не работай! Есть! Ну все, все, да, все, все. Все, мы поняли. Все, теперь мы всему научились с вами. Да, научились. О, какое большое пространство. И это что? ДНК — это информация, которая передается сквозь время. Живые и мертвые являются частью одной и той же цепи, созданной химическими связями. Это в равной степени относится ко всем существам, но человечество подняло эту связь на более высокий уровень.
Благодаря технологии у нас есть доступ к мыслям и идеям людей, чьи физические тела давно истлели. Ведь и ты сейчас слушаешь меня, хотя я уже наверняка мертва. И ты часть этой цепи. Ты обладаешь способностью помнить. Да, это вот как раз к той теме, когда я говорил, что даже если закачать воспоминания, то по сути, иной личность, да, это будет уже другая личность, но эти люди, которые сейчас, с которыми я веду какой-то некий диалог, они пошли на это, лишь бы передать информацию. И не важно, что... Это даже... Как это назвать? Это какой-то такой... Не эгоизм. Совсем. Или наоборот, это такой видовой эгоизм, когда, знаешь, ты думаешь о своем виде и кайфуешь от этого. Когда ты знаешь, что твой вид будет продолжать жить, развиваться и так далее. И ты как бы знаешь, что ты вкладываешь, делаешь свой вклад в это, и это, да, такой вот, такого рода эгоизм. Эпитафия. Здесь прекращена работа Child программ Codename Собака. Причина. Грубая ошибка в прошивке серии. Окончательный дам памяти. Жизнь коротка. Дочерняя программа. Dog. Dog. Я не понимаю, дочерняя программа, это значит не сам Dog, или в том случае в прошлых сериях Самсара погиб. Это дочерние программы, это как понимать? Так, вот какой-то, смотрите. Юриэл 4, новый чувак, горячее сердце всегда смотрит на самый верх. Можно я посмотрю наверх? Это Сфинкс, величавый. Мы с вами ходим тут, ищем непонятно что. Впереди у нас целая вечность, чтобы выяснить, что происходит. Куда это все нас приведет. И нужно ли это вообще все. Вот и собака. Гляньте на размеры этой пирамиды. Подумать только, кто же мог такое построить? Игра, не знаю, я вот каждую секунду восхищаюсь глубиной этой игры. Это просто великолепно. Идем. Идем добывать Тигил. А вот и он, добрый день. Муа. Я тебе достану. Что это? Я не допущу осквернения своего сада. Прочь! Что? Воу-воу-воу! Кто-то колонну убрал? Это странно, это страшно. Кто ведет подрывную деятельность, я не понимаю. Кто это подленыш, подлюкиш, скотиныш? Ага. И теперь... Ага. А, все. Вот так мы добудем... Еще один коннектор, который там стоит, и откроем луч. Сейчас, секунду. Так. О, это еще и пропеллер. Зачем он? Так. Вот так. Стоп, это должно работать было. Так. Раньше это всегда работало. Нужен куб, наверное, для этого. Попробуем найти. А куб у нас вон. Хорошо, значит, тогда надо сначала достать его. Вот так вот. Куда мы можем это соединить? С чем? Вот сюда. Так. А, ну вот. И вот так. Кубик, здоров! Ну,
Но теперь мы сможем это осуществить. Сможем ли мы, кстати говоря? Тут надо, тут все будет тонко довольно-таки. Нам нужен еще один вот этот вот. Так, секунду, так, так. Так, так. Да, мы его потом с собой заберем. Так. Соединяем, соединяем. Ставим. Все, можем уходить отсюда. Нам больше сюда не надо возвращаться. Думаю, здесь мы быстро закончим с вами. Вот есть еще одно место. И мы его легко, просто легчайшим образом коннектим. И прежде чем идти, давайте посмотрим как следует. Нет ли тут чего интересного? Нет ли? Ну давай, говори мне. Нет, ничего. Сигилы здесь. Все, выходим. Кто оскверняет сад? Это этот терминал делает? Я не могу верить Элохиму до конца. И этому не могу верить до конца. Терминалу. Они оба играют со мной. Каждый по-своему. Это все часть программы, я уверен. Просто они испытывают. Так, кратко так. Осмотрели местность, ничего не нашли. Можем идти. И это, я так понимаю, последняя у нас загадка. Да, последняя здесь. В этом мире. Мы не нашли ни одной звезды. Но я так понимаю, это как-то связано, может быть, со сфинксом. Не знаю. Слышите? Вау, привет! Давненько мы не видели тебя. Ты мешающий урод. Вот здесь, это дверь. Это дверь, которая по-любому должна открыться и впустить нас в этот, к звезде. Вот здесь звезда, наверное, тоже, да? Нет, это здесь сигил. Значит, там, в той двери, звезда. Надо только понять, как. Хорошо. У нас тут только один вариант, и это вот такой. Сейчас мы вот прям тютелька в тютелька краем. А, кстати, вот это что за место? Быстрей! Быстрей! Есть! Ага. Здесь надо кого-то из них задержать, правильно я понимаю? Скорее всего, вот этого. Давай, стоит. Сейчас, сейчас, сейчас уйдет. Обшал в жабу. Нет. Нет, 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 я понял. Во-первых, нам нужно их уравнять сначала. Так. Вот как-то так, я думаю. Сейчас разберемся. Оп! Таким образом мы изолируем этого. И, ну, вот как-то так, наверное. Ага. Оп! Мы открыли второй этаж. Ты че? Он здесь изначально стоял, ребят. Изначально. Зачем он здесь? Так, здесь нет звезды. Я точно уверен, звезда здесь. Вот где-то дверь. Почему там была эта кнопка? Она для чего нужна? Мы освободили куб. У нас есть второй. Окей, давайте почитаем. Похоже, что ошибки здесь легко прощаются. Я думал, что умер, но вот я уже снова здесь. Воскрес, перезагружен, возрожден. И по новой возьмусь преодолевать эти испытания. А, вот что произошло.
Эпитафия. Здесь прекращена работа Child Program Codename Samsara. Причина. Программа не смогла пройти произвольный тест памяти. Окончательный дамп памяти. Мне все меньше и меньше нравится перспектива быть вечно растерзываемым на части машинами. Программа происхождения. Серия Samsara. И он что, снова здесь подох? Ау. Ну-ка. Да, нет. А я думал, здесь звезда, это просто... Вот это как все глупо оказывается. Ну-ка. Нет. Вы не чувствуете, что какая-то тупость? Видите? Вот для чего куб нужен. Звездочка тут. И что мы видим там? Мы видим тут, помимо всего прочего, возможность отсюда вылететь. А вот как забраться сюда? Это интересно. Ставим. Ау. Секунда. Мы не можем, да, ведь запрыгнуть сверху? Нет, не можем. Думаем. Давайте осмотрим с этой стороны внимательно. Есть ли здесь какой-нибудь приниматель луча? Да уйди от меня! Кстати говоря, на него можно поставить? Нет, нельзя. На бомбастика того можно было, я помню. Она пошел отсюда. Давайте попробуем еще раз. Так. Дайте думать. Мы с вами высвободили один кубик. Теперь у нас их два. Куда надо поставить кубики, чтобы получить? Не знаю. Да у черт меня дери. А если мы вот так делаем? Мы просто открыли, да, поле, но разве только для этого? Ого, вот какой... Смотрите, как издалека можно запрыгнуть. Так. Нет. Нет спасения, блин. Вечно что-то не так. Смотрим с этой стороны. Ничего, кроме пропеллера, здесь нету. А если поставить его сюда? О, погодите. Ну-ка. Так. Так. А, сверху. Ау. 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 Может, он меня сможет оттолкнуть как-нибудь грамотно? Оп. Ну-ка. Секунду. Если я спрыгну сверху на него. Вау. Сейчас. Это будет гениально. Нет. Это немного не то. Хорошо, прыгнем сбоку. Оп! Секунда почти. Нет. Еще секунду. А.
Эст, он меня... Он меня убил. Он меня убил. Все забрал. И на этом, ребят, мы с вами остановимся. Огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте и вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. Давайте напоследок жирнющую петюлю. Вот она такая жирная. Вы готовы? И пять. С вами был Юджин, и всем пока. Всегда верный или неверный, он просто другой. Мне нравится философия. Мне нравится философия! Нет, 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 нет. Куда, куда? Стоп. Великолепно. Где мы? Ой, шкаф как раз вовремя. Ой, блин! Дед, нет, 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 нет,